Ребят, здорово. Значит, очень коротко. Давно не снимали видео вопрос-ответ. Захотелось что-то вам вот рассказать, дать полезное, помочь вам каким-то образом. Поэтому вот это видео я выкладываю сегодня. В ближайшие 3 дня вы можете писать комментарии под этим видео. В комментариях задавайте свои вопросы. Мой помощник выберет самые интересные вопросы, и я сниму на эти вопросы видео вопрос-ответ, и в течение недели вы увидите это видео в эфире. Так что давайте, жду от вас ваших вопросов, ребят. Итак, вопрос-ответ продолжается. Увидимся на канале, пока.